Вот так вот. И петрушечки. Давай, Тёмыч. Ой, ты как щедро-щедро насыпал. Молодец. Все, вот, друзья, вот такая вот вкуснятина у нас сегодня с вами получилась. Приветствую вас, дорогие друзья, на нашем канале. С вами Виктор. Сегодня мы приготовим замечательные куриные бедра, запеченные в духовке. Вот с такими вот классными летними овощами. Есть свои секреты, как все это сделать так, чтобы одновременно и овощи были хорошо запеченные, но не переготовились, и мясо было. Сейчас я с вами поделюсь. Ну и приправки, конечно, интересно. Смотрите, будет очень интересно. Начинаем. Для начала сделаем маринад. На основе возьму оливкового масла немножко. Так, чтобы просто в нем растворились все приправы. Цедры лимона. Лимонный аромат отлично подходит курочке. Немного лимонного сока сюда же. И приправы взял я. Смотрите, здесь черный перец, сухой чеснок. Сухой чеснок лучше подходит, он не так горит, как свежий чеснок. Копченая паприка. Итальянские травы, можете взять любые травы, там какие у вас есть, тимьян, розмарин, соль и немного чили. Все это отправляем сюда же, все это перемешиваем. Вот такой вот замечательный маринад у нас получился. Ах, пахнет классно, копченой паприкой. И теперь обмазываем бедра этим маринадом. Накрываем пищевой пленкой и оставляем, пока мы будем заниматься овощами. Здесь при комнатной температуре, пускай это пока промаринуется немножко. Так, шампиньоны. Смотрим по размеру, если маленькие, просто на две части, какие побольше. Ну, слишком тонкие не делаем. Вот так вот примерно. Перцы я взял два цвета, чтобы было все красиво. Красный и желтый. И тоже нарезаем вот так вот довольно-таки крупно. И последний овощ осталось порезать — кабачок. Кабачок делаем вот таким образом. Разрезаю на 4 части. И вырезаем вот эту внутреннюю семенник. Он такой ватный. Он нам, в принципе, там не нужен. Вот так вот. И потом тоже вот такими дольками. И теперь, друзья, остается только добавить чеснока. Так, зубка 4 возьму. Просто его раздавим. Нам нужен только его аромат здесь. Все, и туда же. Приправляем соль. Свежемолотый черный перец. Немножко чили. И также я добавлю итальянских трав сюда немного. И слегка сбрызнем все оливковым маслом. Все, друзья, вот такие вот овощи у нас получились. Так, друзья, ну мы все подготовили. Остается теперь правильно все это запечь. Как я сказал, чтобы все было одновременно вкусно. Значит, запекать мы будем вначале. Вернее, не запекать, мы сейчас прогреем под фольгой полчасика ножки. А потом уже уберем фольгу и добавим овощи еще на полчасика где-то. И оно у нас одновременно все будет вкусно и красиво. Теперь накрываю сверху тоже пергаментом. И закрываю фольгой. Сейчас мы, как я уже сказал, полчаса все это прогреем. Температура 200 градусов с конвекцией, где-то 220 без конвекции. Друзья, прошло у нас 30 минут. Вот смотрите, вот так вот уже они проготовились отлично. Даже уже вот отходят. Сейчас как раз. Сейчас добавляем овощи здесь между.
которые тоже уже классно промариновались. И вместе сейчас и овощи подпекутся, и у курочки корочка подпечется. И все будет супер. Ну и теперь, друзья, отправляем все это в духовку. Духовка также у нас остается на 200 градусов с конвекцией. Я думаю, 25-30 минут там по ходу будем смотреть. Ух, поехали. Друзья, прошло у нас 30 минут. Тёмочка, как всегда, лентяй на запах приходит. Чеснок не хочет чистить, но на запах здесь как тут, как тут. Ну ничего, хотя бы пробу снимет, заценит, как у папы получилось. Смотрите, вот такая красота. Сейчас мы сервируем овощи все. Отлично пропеклись. Как я сказал, если бы мы сразу с мясом их добавили, то бы они сейчас уже бы умерли. А так они прям как надо. И последний штрих, друзья. Немножко бальзамического уксуса. Отлично подойдет. У нас такой итальянский стайл. Вот так вот. И петрушечки. Давай, Тёмыч. Ой, ты как щедро-щедро настроишь. Молодец. Все, вот, друзья, вот такая вот вкуснятина у нас сегодня с вами получилась. Вполне достойно для воскресного ужина. Позвать гостей все из простых продуктов, ну, не стыдно поставить на стол на праздничный даже. Ну, давай, Тёмыч, сними пробу. Скажи, что тут папа без тебя. О, сегодня набегался, сегодня голодный. Ну, как? Вкусно. Вкусно? Дай 5. Супер, давай, кушай. Я прям так руками, с вашего позволения, вы знаете, я люблю руками кушать, так вкуснее как-то мне. Бомба. Просто бомба, все эти приправы. Лимончик, еще уксус потом. Грибочки следом. Смотри, какие грибочки получились. Вах, 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 вах. Тоже грибочки. Тоже, что ли, грибочки? Смотри. Здесь много их. Давай. Кушай. Класс? Офигенно, да? И перец. Тоже суперский. Божественно. Друзья, все вкусно у нас получилось. Блюдо просто супер. Обязательно приготовьте и отпишитесь в комментарии. Поставьте лайк. Кто не подписан, подпишитесь. И до новых встреч, друзья. Пока-пока. Пока. Пока. Пока-пока-пока. Пока-пока. Пока-пока, друзья.